Министерства туризма Республики Абхазия господина Стамбул. И я хочу ему передать приветственное слово. На самом деле в Абхазии огромное значение уделяют туризму, огромное значение уделяют тем, кто приезжают, и вы наверняка почувствовали гостеприимство республики. Вот. Ну, соответственно, господин Стамбул расскажет дальше то, что, чем мы здесь можем с вами насладиться. Добрый день всем, рады всех вас приветствовать. Добро пожаловать нам в республику. Для нас это очень важно, потому что ваша компания турагентство является одним из лидеров, очень большое количество по всей России, и вы занимаетесь не только внутренним, но и выездным туризмом. Абхазия сегодня очень перспективное направление. Надеюсь, что вы получите у нас в республике только положительные эмоции, ознакомитесь с нашей инфраструктурой. Туризм является одним из приоритетных направлений в экономике. Всем приятного отдыха. Хотелось бы почаще вот так принимать участие в таких мероприятиях, особенно, если пользуясь сленгом, можно сказать, в таком лайт-варианте. Берег моря, солнце, хорошая компания. Всем приятного отдыха. И продуктивной работы. У нас два заместителя министра, еще господин Дато. Хочу ему тоже передать буквально приветственное слово. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Ну, после Стамбула трудно говорить, конечно, но добро пожаловать на Абхазскую землю. Я так понимаю, что многие из вас первый раз. Надеюсь, вы, как сказал мой коллега, самыми лучшими позитивными эмоциями уедете отсюда с обязательным желанием вернуться сюда. Плодотворной работы, приятного отдыха. Мы рады вам. Всего самого хорошего вам. Надеюсь, вы насладитесь красотами Абхазии. Позволите себе такой гастротур небольшой, скажем так. А может и большой. И насладитесь всем тем величием, чем обладает Республика Абхазия. Познакомитесь, самое главное, с абхазской душой. Это очень важно. И донесете все это до ваших друзей, родных, коллег. Всего самого хорошего вам, добро пожаловать, приятного отдыха и плодотворной работы. Спасибо большое. Я хочу сказать, что вот у нас завтра с вами экскурсионный день, который как раз полностью день организовал нам Министерство туризма Республики Абхазии. Да, вот как раз те самые красоты мы с вами увидим. Поедем на озеро Рица. И по пути заглянем еще в город Сухум, посмотрим там один бутик-отель, да, и целый день завтра вот у нас будет такой, как говорится, будем наслаждаться, да. Но сегодня рабочая часть, рабочий момент. Вот, пожалуйста, вот, господа, присаживайтесь, где вот удобнее, да. Ну, в Абхазии невозможно работать, да? Скажите, пожалуйста, а здесь все, кто присутствует, это какая-то организация, ну, здесь, да? То есть это не для всех? Очень интересный формат, связанный наверное, нет, да? Вот кемпингами, вы не уверены, да? Возможностями. Здесь нет классического конференц-зала, да, у нас, для нас это тоже первый раз. Как вы узнаете это? Мы проводим нашу конференцию в релаксовых... Потому что хочется воспользоваться экскурсией. Ну что, пожалуйста, присаживайтесь. Благодарю вас. Благодарю. Вот. Какие-то вопросы сейчас есть? Ну, появятся, да, сегодня... Мы будем целый день вместе, и потом вечером гала-ужин у нас будет. Так что еще не прощаемся. Вот. Да. Только познакомились. Только... Обязательно. Обязательно. Ну что, я думаю, что сейчас самое время, наверное, предоставить слово туроператору Библию Глобус. Для того, чтобы... Галина рассказала нам про те возможности, которые есть в Абхазии туроператора Библию Глобус, благодаря которому мы сегодня с вами, вчера прилетели, сегодня с вами вот наслаждаемся всеми красотами, которые вы здесь видите. Галина, слово прошу. Спасибо большое.
Всем еще раз здравствуйте, доброе утро. Меня зовут Галина, представитель компании «Библиоглобус», принимающая компания «Золотое руно», два в одном. Поэтому добро пожаловать в эту страну души, в эту Абхазию. Уверена, она вас впечатлит. По-своеобразному она проявит себя однозначно. Сегодня у нас замечательная погода. Надеюсь, солнечные дни вас будут сопутствовать хоть эти три дня, но в любом случае они будут, чтобы прониклись красотами местными, ну и, конечно же, полюбили Абхазию. Ну а мы со стороны нашей компании, со стороны Библиоглобуса, со стороны Золотого Руно сделаем для этого все уже для ваших гостей в последующем. То есть вы смело можете отправлять своих гостей уже к нам. До нас, обратите внимание, я озвучиваю не клиента, а это именно гости. Именно гостям мы к ним так и относимся. На данный период времени от компании работаю я и еще 6 человек, именно как гиды, которые принимают уже по отелям. На все регионы у нас поставлены свои люди. Везде мы без внимания никого не оставляем. Где-то лично встречаемся, где-то у нас есть база отелей, где-то у нас дистанционное управление. То есть, опять-таки, пандемия, ну, хоть чему-то нас научила элементарно дистанционно общаться. Поэтому в аэропорту, когда встречают наши гостей, супервайзеры, во-первых, они, естественно, мало того, что встречают, они сопровождают уже до автобусов. В ближайшее время к нам присоединятся наши трансферные гиды, поэтому будет обслуживание от и до. Дальше уже супервайзеры в аэропорту берут контакты ваших гостей, в том последующем наших гостей. И те, кого мы не обслуживаем на месте в отелях, мы уже дистанционно с ними общаемся. То есть всю информацию передаем однозначно. Встречаем, провожаем, на месте уже также помогаем отдыхать, посмотреть эту Абхазию, тур мы тоже предоставляем. Ну и для меня это очень приятно. Компания «Библиоглобус» сейчас на данный период времени единственный туроператор официально, который зашел сюда, в эту страну. Это немаловажно. Ну и за качество, гарантию всех моментов тоже, конечно, мы несем ответственность. От себя могу сказать, каждый из моих коллег старается от и до. Мы с большим опытом в других странах, и этот опыт сейчас будем стараться перекладывать уже на Абхазию. В принципе, у меня все. Спасибо большое вам за внимание. Еще раз надеюсь, что вы хорошо проведете здесь время, продуктивно в плане работы, продуктивно в плане отдыха. Спасибо большое. Галина, спасибо. Давайте перейдем тогда в наши уже текущие дела. Я хотел бы попросить вот Георгия Автандиловича выйти сюда. За что, да? Зададим тон, так сказать, да, нашему мероприятию. Пожалуйста, можно да. С какой цели снимать? Георгий, спасибо большое, что присоединился с нами. Не первый раз, Георгий, всегда, когда есть возможность, он с нами... Не снимать, не снимать. Приезжает, наше приглашение принимает. Мы уже вместе много лет, и даже, вот, кто не знает, наши компании в один год развивались. Профессиональная, да? 98 года. Какие-то тайны, какие-то тайны. Профессиональная, Библиоглобусы, да? В этом году получается, что 23 года, да? Ну, уже такой возраст взрослый, на самом деле. Хотели, чтобы все общество знало. Обескураживает. А, правильно? Понятное слово. Ну да, да. Можно попросить вас не снимать. Хорошо, я прекращаю. Не обозначали сегодня. А хотим поговорить о том, а что же нас все-таки ожидает в будущем, да?